Сегодня, 26 сентября, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской республики. На его реализацию предлагается выделить в 2020 году в общей сложности около 3,5 миллиардов рублей. Документ определяет приоритетные направления развития региона на будущий год. Достаточно серьезный объем средств предусмотрено в данном указе. Это более 3 миллиардов рублей, 3-4 миллиарда. Как вы сами, наверное, уже посмотрели указ на образование, это самая крупная сумма, 1,2 миллиарда рублей. В основном эти средства будут направлены на капитальный ремонт учреждений, образовательных учреждений муниципальных образований и в дошкольные образовательные учреждения, то есть садики и школы. И также предусмотрен ремонт всех муниципальных лагерей. Кроме того, и приобретение мебели и оборудования предусмотрено. Ну, аналогично предусмотрены расходы и по здравоохранению, это 1 миллиард рублей. А также и ремонт, и приобретение оборудования по здравоохранению. Соответственно, наша задача уже при формировании бюджета на 2020 год предусмотреть в полном объеме бюджетные ресурсы на выполнение данного указа. Над данной задачей наше министерство сегодня работает, и с учетом уже сбалансированности нашего бюджета, устойчивости его, в полном объеме данный указ будет обеспечен финансовыми ресурсами.